Приветствую вас. Я думаю, что начать разбор вашего вопроса можно с того, чтобы определить, с того, чтобы сконцентрироваться на том, что конкретно вы чувствуете. То есть вы ощущаете ревность, вы ощущаете страх, вы ощущаете, может быть, что-то еще, что-то другое, но так или иначе, это нужно поисследовать, нужно в этом разобраться, вот, и будет более-менее понятно, что происходит с вами. Сейчас очевидно, что у вас заниженная самооценка, вы сравниваете себя с другими людьми, с другими девушками, в частности. Вот у вас критическое отношение к себе обесценивающее. Вот, ну и, соответственно, не факт, конечно, что вы боитесь, что вас бросят, вот. Хотя, может быть, и это тоже может быть, вот, но не факт, может быть, вы вот просто чувствуете себя такой вот обесцененный, да, чувствуете, что обесцениваете себя и, соответственно, не принимаете себя такой, какая вы есть. Какие-то вещи в себе вы видите плохими, какие-то вещи в себе вы видите негативными, какие-то вещи в себе вам кажутся ужасными. И, собственно, это и является основанием для того, что вы сравниваете себя с другими. Вот. А, конечно, может быть, и такое развитие событий, как описал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, но я предлагаю еще и такой взгляд на ситуацию. Вот. Ну, в целом, обратите внимание, что вы не задаете вопрос свой, да, то есть вы не спрашиваете ничего у психологов, вот, и, соответственно, нужно что-то решать, да, либо вы ищете себе другого мужчину, который просто, например, не расскажет вам о своем прошлом, или мужчину, у которого этого прошлого нет, или который вас не будет задевать, например, либо вы, по большому счету, как-то вот меняетесь, работаете над собой, над тем, чтобы решить свои проблемы. Вот. Вероятно, даже с молодым человеком обращаетесь вместе к специалисту, к психологу, вот, чтобы вместе с ним какие-то моменты отдельные проработать. Еще важным моментом является то, что вы говорите про серьезность отношений. То есть вам важно, чтобы отношения были серьезными. Очень часто о серьезности отношений, ну, о том, чтобы отношения были серьезными, акцент на этом делается тогда, когда человек беспокоится по поводу надежности, хочет какой-то определенности, стабильности и так далее. То есть можно говорить о тревожности человека, можно говорить о его попытке, например,
попытки контролировать, ну, если не все, то какую-то часть, вот, ту часть, которую человек может и хочет контролировать, и, соответственно, это тоже можно и нужно иметь в виду. То есть, если вы просто так вот в качестве оборота использовали ну, фразу, у нас все серьезно, то ладно. Но если для вас это имеет значение, а я склоняюсь к тому, что для вас это имеет значение, потому что в противном случае вы бы использовали бы немножко другой труд, ну, другой оборот речи своей. Вот, то тут нужно разбираться. Вполне вероятно, что у вас есть трудности с доверием себе, с полаганием на себя. То есть хочется, чтобы был молодой человек, на которого можно опереться, вот, которому можно, ну, не пожаловаться, конечно, но который может решить ваши проблемы, скажем так. Вот. Если это, ну, есть, то с этим можно и нужно работать, потому что данные элементы могут существенно утруднить вам нахождение в отношениях. Вот. Ага, уже сейчас молодой человек пытается вам доказать, что вы лучше, но вы даете ему сомнения в том, что вы лучше. И, соответственно, постепенно, если так продолжать, то вы сможете убедить в этом на подсознательном уровне. Потому что люди берут представление о других о других людях, либо у себя самих. Но это стереотипы, это перенос. Либо берут у других то, что те о себе думают. Вот. То есть сами о себе, не о других. Ну, очень немного людей, которые могут увидеть в других такой какой-то объективный момент. Ну, это в основном какие-то специалисты, да, вот. Художник может увидеть художника, там, вот такие истории. То есть какую-то вот такую склонность, способность, талант может увидеть только другой специалист, только вот в том, в чем специалист он сам. Вот. Поэтому это очень важно иметь в виду, что вы сами формируете то, как воспринимает вас партнер. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Вам предстоит некоторая работа над собой, над вашими страхами, работа с личностным ростом, с восприятием себя, потому что сейчас ваше восприятие себя и партнера сводится к достаточно материалистическим вещам и собственническим идеям, что тоже способствует развитию гармоничных отношений. Вот, ну, я надеюсь, что вы эту работу проведете, вот, и все у вас будет в порядке. На этом я думаю, можно завершить мой ответ. Желаю вам всего доброго, удачи!